спорте и бизнесе много общего, уверены бизнесмены и чиновники. Это одновременно соревнования и сотрудничество. Десятки команд ведущих компаний региона встретились на Мишиной горе, чтобы помериться силами в мастерстве владения горными лыжами, в биатлоне, футболе на снегу и другим видам спорта. Собрались они вместе благодаря усилиям объединения предпринимателей «Опора России», самим представителям бизнес-сообщества, усилиям автономной некоммерческой организации «На спорте» и при поддержке Фонда развития малого и среднего предпринимательства. Мы рады, что нам удалось принять участие в проведении этого мероприятия. Это был действительно праздник спорта, и мы верим в то, что это станет доброй традицией в нашем Алтайском крае, и количество участников будет только увеличиваться. В Краевом управлении по развитию предпринимательства заверили, подобные акции и правда будут продолжаться. В ближайшее время пройдут новые спортивные состязания, а также форумы и деловые игры. Илья Кочетков, Николай Шелко, «День с толком».